Сегодня в Харькове в фитнес-клубе «Тетра» проходит чемпионат Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа. Это заключительный турнир для нашего города. И спортсмены со всей Украины приехали для того, чтобы сразиться за медали на Харьковском помосте. Особую благодарность хочу выразить фитнес-клубу «Тетра» за помощь в организации и проведении мероприятия чемпионат Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа. Фитнес-клуб «Тетра» заботится о спортсменах города Харькова и активно занимается развитием спорта в регионе. Федерация пауэрлифтинга РАФ 100% в лице Тищенко Петра обратилась к нам с целью предоставления площадки для проведения чемпионата Украины по пауэрлифтингу и жима лежа. Мы, естественно, согласились и сотрудничаем уже не в первый раз. С радостью приняли данное мероприятие. Мы постарались предоставить максимально комфортные условия для наших гостей и участников соревнований. Сегодня на турнире был участник 1932 года рождения. Успешно выступил, показал хорошие результаты. Тренируюсь регулярно, 3 раза в неделю, по 1,5-2 часа. Желание ездить. Поставил себе цель заниматься. Никогда не поздно начать заниматься во имя своего здоровья. А для здоровья хочу, не хочу, ни от слова. Поэтому надо лень убрать в сторону, потому что нам эта лень только мешает. Ну и достигать, добиваться тех результатов, которые ставят перед собой. Стоматология «Коронадент» на постоянной основе сотрудничает с Федерацией РАФ 100%. Мы с большим удовольствием оказываем всяческую спонсорскую, физическую, эмоциональную помощь как участникам, так и организаторам данных соревнований. Мы за здоровый образ жизни и желаем всем спортсменам быть здоровыми не только физически, но и духом. Конкретно сегодня представлена дисциплина «Жим лежа». На данную секунду состав участников очень и очень сильный, представлены как спортсмены юного возраста 9 лет, уже установили рекорды, так и очень возрастные спортсмены, которым больше 80 лет, также были установлены рекорды, как в одних весовых категориях, так и в других. Ожидается участие очень сильных спортсменов тяжелых весовых категорий, и мы надеемся на очень сильную зарубу сегодня.